Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео у нас с вами будет новинки Glimby. У них вышла новая яркая коллекция. Я прикупила сегодня, в общем, подводочку такую зелененькую. В принципе, мы ее сегодня с вами протестируем. Купила хайлайтер из новой коллекции. Тоже сегодня посмотрим, что он из себя представляет. И, в принципе, это все, что было в моей Деве, да, из новой коллекции. Там еще есть муссовые румяна, различные оттенки жидкой подводки. Там были различные глиттеры, бальзам для губ. Вышла новая палетка теней. Я обязательно это все тоже прикуплю, но немного попозже, когда это появится у меня в наличии в Еве. Ну и также я купила из постоянной коллекции вот такую вот палеточку пигмента. В общем, сегодня мы тоже посмотрим, что и как с ней, как она будет в деле. Поэтому сделаем макияж с помощью этих трех продуктов. Ну и, скажем так, глазком заглянем в новую коллекцию. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я вам желаю приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что на моем канале много всего интересного и полезного. И обязательно пишите комментарии внизу. Это очень сильно помогает развитию моего канала. Ну и давайте скорее начинать. В Glimby есть интересная вот такая штучка. Это, как я понимаю, такая подложечка под эти пигменты. Мы будем сегодня обязательно использовать эту подложку. Ну и также посмотрим, скатаются ли эти пигменты на этой подложке, которая тут есть. В общем, мы тоже это сегодня проверим. В общем, давайте я сейчас сделаю быстренькую подложечку под эти пигментики, рамочку матовыми тенями, и мы уже будем накладывать эту красоту. Ну, потом уже перейдем к самому интересному, это к зеленой вот такой подводочке, к тесту ее, и перейдем уже к хайлайтеру. Ну, в общем, да, как я сказала, заглянем в новую коллекцию, и уже полноценно все остальное, там палетку, румяна и так далее, будем обозревать уже в следующих видео, поэтому обязательно подписывайтесь. Палетка больше заинтересовала своей текстурой и формулой, потому что у меня есть похожие тени. Вот эти пигменты, они очень кремовые. Я думаю, видно это по вмятинам, которые остались в рефилах. Мне очень было интересно, будут ли они скатываться, потому что мне, ну вот, я так подозреваю, что они будут скатываться просто невероятно мощно, скажем так. Но это надо проверить все же. И также, я сейчас смотрю на эту палетку, я не понимаю, что у меня в ней привлекло. Мне очень понравился такой холодный какой-то оттенок, не знаю, такой бронзы. Но опять же таки, не знаю, но меня эта палетка привлекла, но сейчас я на нее смотрю, и я такая, типа, чего? Надо было брать палетку в тоне 01, это палетка в тоне именно 02 у меня, потому что там был какой оттенок? Как вы думаете, какой там был оттенок? Напишите внизу в комментариях, мне очень интересно, догадаетесь ли вы. Я попробую кисточкой нанести эту базу и вырезать небольшой такой как крис. Ну, довольно хорошо набирается. Но мы попробуем нанести это все кистью. Я беру синтетическую кисть. Но в основном, мне кажется, это все очень плохо будет наноситься такой кистью, потому что она довольно гладкий ворс синтетики, он просто не будет как-то хвататься. Ну, в общем, да, начинает все крошиться, это вот все как-то вот так набирается на кисть, довольно спорно. Ну, давайте попробуем наносить. Я беру третий оттеночек. О, господи, в этой палеточке. Ладно, давайте пробовать, давайте мы его нанесем во внутренний лочек и посмотрим, как это наносится кистью. В общем, это все набирается хлопушками, на эту базу вообще очень все хорошо наносится. Кстати, в принципе, синтетика хорошо растирается, все не очень плохо, но этот оттенок довольно сияющий, то есть первые четыре, они такие как больше спаркл, все дальше это какой-то невнятный, еле сияющий, я бы даже сказала не металлик, а какой-то шиммер непонятный. Но века подживала довольно даже серьезно. Давайте на другую глазью попробуем нанести пальчиком, конечно. Вот меня свотч, конечно, очень впечатлил, у меня подобного оттенок, ну, как бы он есть. Далее я беру розовый оттенок, я его, наверное, сразу пальчиком буду наносить, такой дуохромчик небольшой. Кстати, по оттенку очень похож на наш с вами хайлайтер. Так, набираю я побольше, я не стесняюсь. Кстати, интересно. В общем, я уже в конце, самом, когда мы все эти продукты попробуем на деле, скажем так, я в конце скажу, что у нас по ценам, что у нас по граммовке, мы все это обсудим. Но этот оттенок уже как будто не такой сияющий, это просто как такой
приятный топер, но бабамс, у меня уже видно дно. Я просто рукой, пальцем терла рефил, видите, у меня уже дно в розовом видно. Я не знаю как, но у меня в розовом уже дно. Давайте после сюда золото всунем на внешний уголочек. Давайте вот сюда всунем золото. У нас будет с вами все, что бачила Галя, все наляпало. Вот так вот будет называться у нас сегодняшний макияж этими пигментами. Пальчиком основной цвет нанесу, и потом кистью это все буду более четко наносить, потому что пальцем, конечно, сложновато. Беру ту же кисть, мы особо люди, как говорится, не годные, ту же кисть, и начинаю пытаться эти два пигмента на стыке как-то стушевать. Кстати, на синтетику неплохо таки, да, набирается, и вроде бы все отлично. Я беру кисть поменьше, тоже синтетика, набираю фиолетовый оттенок, это уже, конечно, не спаркл, а такой, скорее, какой-то металлик, сатин. Давайте наносить фиолетовый цвет. Это у меня тоже синтетика, наносится очень хорошо, набирается прекрасно. Будем пробовать его наносить уже во внешний уголочек. Теперь я беру оттенок, который... Ой, наверное, такое классическое шампанское, которое такое очень с холодинкой. Его я наношу вот на внутренний уголочек нижнего века. Теперь я беру четвертый оттенок, который прям очень красивый, который на сводче меня заинтересовал. В нем как будто есть какая-то зеленинка. Теперь давайте будем переходить к зеленой подводочке. Конечно же, я выбрала зеленую подводку. Там еще есть белая, разные оттенки Тиффани, синяя. В общем, там очень много разных красивых цветов и разных. Я хочу обязательно купить, ну, наверное, все оттенки подводок, особенно белую. Белую давно хотела купить. Вот вам сводч. На синюю не смотрите, это ламель. Проверяла, скажем так. Ну, такая вот кисточка. Вот так это все выглядит. Упаковочка такая довольно интересная, розовенькая. Вот так это все выглядит. У меня эта подводка в оттенке 06. По первому движению довольно ярко и довольно пигментированно, без каких-то пробелов она нарисовала линии. Вот. Решила обратить внимание сразу на зеленую подводку, потому что у меня такой нету. И решила, окей. Если зеленый меня порадует, то все остальные тоже. Вот это мы сегодня проверим. По поводу кисточки, она довольно удобная, нету проблем с тем, что как-то нарисует не очень неудобно, все с этой кисточкой нормально. Вот еще раз вам покажу, то есть такая вот жидкая именно подводочка, кисточка удобная. По поводу подводки, ну каких-то нереально неприятных ощущений у меня нет на глазах, вот, но она немножко вот просвечивается, где-то какие-то дырочки, ну, в принципе, как большинство цветных подводок. Вот, да, стрелки у меня сегодня очень сильно странные, но, в принципе, для ночных стрелок все ок. Вот, сейчас полностью засохнет, она, кстати, темнеет, когда она высыхает, она темнеет, и тут очень большое значение играет слой. Сейчас покажу, почему. То есть, видите, там, где я наслоила побольше было подводки, она смоется темнее. Там, где подводки меньше, она смоется более светлой.
И когда вы рисуете стрелки, тут важно, чтобы у вас это все было равномерно. Иначе у вас будут видны перепады именно оттенков. Будет вот на контрасте эта игра, где-то темнее, где-то светлее. Хайлайтер тоже. Color Hypnotic. Кстати, я хорошо так футболочку подобрала под эту новую коллекцию. Там в единственном оттенке есть хайлайтер. Это такой розовый хайлайтер. Тут есть зеркальце и есть вот... Собственно говоря, такой рефильчик. Давайте сделаем сводч. Уже видно, что он розовит. Вот такой вот сводч. Он как бы белый, но на самом деле он немножко такой, как дуохром белый, и отливает он в розовый. Я набрала очень много, и поехали, давайте наносить. Ну, я уже вижу белую полоску, ну, потому что я очень много набрала. Не знаю, на камере ли сильно это заметно, но в жизни, когда падает свет на этот хайлайтер, у меня прям какой-то нереальный розовый блик. Это довольно цветной хайлайтер, что я вам скажу, довольно реально цветной. У меня таких розовых хайлайтеров нету. Но давайте еще на губы немного нанесем. Чтобы был полный трэш, вот просто полный трэш. Тени уже скатались, то есть я снимаю... Но еще часа нету, у меня уже тени скатались. То есть я уже вижу, что они скатались, поэтому если вас эти скатывания смущают, то нет. Наносим на клей безумно тонким слоем, и возможно тогда это все не скатается. Но опять же таки это не факт, потому что ну, у меня бывает и на клею скатывается. По поводу подводки, в общем... Она уже выглядит, ну так, не очень. Тут, правда, очень сильно важно ее нанести равномерным слоем. Вот. И что-то мне кажется, что она будет... Ну да, она слазит. В общем, если шкрябать, то, видите, у меня тут дыра образовалась. Она немножко так сходит. То есть, эта подводка лежит такой пленочкой, которую очень легко смахнуть, в принципе. То есть... Я заметила, что это, в принципе, не первая подводка цветная, у которой есть такой прикол. Когда-то были подводки, не помню какого бренда, но тоже это был бюджетный бренд косметики, это было очень давно, это было очень много лет назад, и там подводка себя вела очень похожим образом, то есть она тоже слазила так, как будто пленочка была сверху на коже, и тут надо быть очень аккуратными. Потому что когда вы просто по факту можете потереть стрелку, то есть у вас стрелки может это просто, ее может не стать. Она просто у вас сотрется и пропадет, то есть она вот так отшелушится. И если рисовать, мне кажется, на каждый день маленькие стрелочки, подводка нормально это будет. Если вы любите рисовать огромные стрелки, поднаслаивать, может быть сложнее, потому что оттенок может меняться, и вблизи будет видно, где вы под наслоение, где у вас первый слой, второй и третий. Вот, поэтому, ну, сдалека, в принципе, макияжа очень многое выглядит хорошо. Если говорить так по-честному, вблизи начинается уже немножко трэш. Вот, этот, ну, эта подводка, в принципе, из такого жанра. Видите, сейчас она стала намного ярче, как будто даже неончик проснулся. Но сейчас она высохнет и станет такой темно-зеленой. В общем, ладно, пускай этот слой подводки высыхает. Я сейчас накрашу ресницы, вернусь к вам, и мы уже более детально обсудим все эти, как бы, новинки и старинки. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с хайлайтера, потому что мне он, наверное, больше всего понравился. Это серия Color Hypnotic, как я говорила, в Glambi. Вот такая вот упаковочка. Собственно говоря, здесь у нас с вами 8 грамм этого хайлайтера, и он мне обошелся в стоимостью в 109 гривен. В принципе, за 109 гривен такой хайлайтер. Это довольно хорошая находочка, и он прям очень розовый. Я, конечно, таким буду пользоваться все же редко, потому что, ну, я больше люблю зеленый, свой любимый хайлайтер от London Copyright, именно по оттенку. Вот, а так, в принципе, он сияет красиво. У Glambi, в принципе, классный хайлайтер, мне не нравится. Особенно на камере, на фотографиях выглядит прям очень сочно. Вот, поэтому... Посмотрим, конечно, как он будет держаться. Я это вам смогу сказать уже в следующем видеообзоре, где мы протестируем всю эту коллекцию более обширно, да. А так текстурку немного подчеркивает. Если наносить прям очень много, то оставляет небольшие такие серые, серо-белые пятна.
Ну, он такой немножко дуохромит, такой бело-розовый, сияет красиво. Хайлайтер, в принципе, мне понравился. Остался только один вопрос, как хорошо он держится. По поводу цветной подводки, этой зеленой, что я могу сказать? В принципе, она типа нормальная. Она меня никак не разочаровала, не порадовала. В принципе, я подозревала то, что она будет себя так вести. То есть, очень важно как-то постараться именно в один слой это все нанести, сильно не наслаивать, потому что она начнет как-то морщинки залазить, как-то трескаться. Вот она мне уже потрескалась. Вот, к примеру, здесь у меня уже эта подводка просто расслоилась. Где-то у меня здесь три слоя, и видите, у меня тут подводка расслоилась. Если вот я буду, вот я просто беру, наверное, плохо видно, я возьму кисть. Вот если я просто беру вот так вот, видите, и мне эта подводка просто счесывается вот так вот. То есть она лежит такой пленочкой. Это не хорошо, не плохо, я просто показываю, да, как оно есть. Она лежит такой пленочкой, поэтому, как по мне, с такими подводками очень важно работать в тоненьким слоем. Желательно один слой, ну, максимум, наверное, два слоя. Да, это все наносить, вот стараться в два слоя это нанести, это прям максимум. Ну, повторюсь миллион раз, лучше в один слой это нанести, она застывает, она будет получше держаться. Вот, она такая вот, ну, как будто вот сверху такая пленочка. Когда ты ее наносишь, она выглядит более ярко, потом она, когда начинает высыхать, она темнеет, становится уже такой не ярко-зеленой, какой она была изначально, становится уже более такой темно-зеленой. Вот, по поводу стойкости, ну, в принципе, ну как, она не очень стойкая, потому что ты просто проводишь вот так раз, ты почухал себе глазик вот так, и у тебя подводка может реально просто сойти, ну, потому что вот она такая, немножко как пленка, может сойти. Посмотрим, как будут вести себя другие подводки. Я все равно хотела бы там купить как минимум оттенка Тиффани, белую, потому что, ну, прям очень сильно хочется. Я люблю такими светлыми оттенками выделять Cut Crease, просто так брать складочку и выделять. И тут кисточка для этого удобная, и я очень надеюсь, что те подводки будут хороши, что они, в принципе, один слой будет довольно плотный и хорошо наносится, и вот в качестве каткриза будут просто идеально. По поводу этой палетки, она стоила 119 гривен. Здесь у нас сколько всего грамм? Давайте посмотрим. Тоже она сделана в Китае. Всего здесь 0,8 грамм. Чего? Они скатываются. Наверное, все же они будут не так быстро скатываться, либо вообще не скатываться, если их наносить на клей, но прям очень тонким слоем. Вы не добьетесь какого-то, да, вот такого металла, прям очень сильно плотного. Брать клей и пытаться тонким слоем это все нанести, мне это не нравится. То есть я люблю пахнуть побольше, именно самой текстуры, да, и тут как бы это тоже не тот вариант. Поэтому если у вас очень жирные веки, скорее всего, это по-любому на вас катается, причем очень быстро вы моргнете и все скатается из этого разряда. Ну а так здесь, в принципе, все оттенки красивые, наверное, вот так вот. Все же я выделю 5 оттенков, получается, которые мне прям нравятся. Они прям красивые, реально, очень красивые, такие прям влажненькие, симпатичные. Вот, поэтому, в принципе, эта палетка тоже не разочаровала и не удивила. Я, в принципе, подозревала то, что это все будет безбожно скатываться. Ну, а так, конечно, по сиянию, вот эти кремовые пигментики такие, ну, прям, на углумби, прям симпатично. Симпатично. Вот это немножко, вот, такие немножко пальчики-шелунишки у меня. Реально симпатично. Ну, конечно же, я бы хотела купить палетку тон 1, потому что там есть этот оттенок, который мне очень сильно нравится. И немножко жалею, что купила ее в плане оттенков. Все же там этот оттенок бы просто идеально бы вписался под эту зеленую подводку. Поэтому я буду искать в своем городе палетку теней, все цвета подводок, эти все румяна. И будем пробовать уже в другом видео. Сделаем полноценный обзор на всю эту коллекцию. Конечно же, если вы хотите, вам интересно, пишите внизу в комментариях. Пишите, что вы думаете по первым впечатлениям на эти все продукты. Что вам больше всего нравится у Глуми, что вам совсем не нравится у этого бренда. Пишите внизу в комментариях, мне очень интересно прочесть.
да, ваше мнение и впечатление о Гумби, собственно говоря. Напишите, какие у вас есть фавориты у этого бренда и реально какие-то разочарования. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, оставляйте их. Все уже перечисленное меня безумно сильно мотивирует, помогает развитию моего канала. Обязательно подписывайтесь, потому что много всего интересного и полезного, напоминаю вам. Ну и обязательно пишите внизу комментарии, лучше побольше, потому что это очень круто, помогает продвигаться моим видео, и больше людей узнают о моем канале. Мы с вами увидимся очень скоро в следующем видео. Пока, ребята!